Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Oppo Reno 12 Pro. И сейчас я покажу вам, как настроить частоту обновления экрана. Открываем настройки. После этого проходим в раздел экрана яркость. Здесь мы выбираем частота обновления. И здесь мы можем выбрать либо автовыбор, то есть автоматическое применение оптимальной частоты обновления, либо стандартное, то есть 60 Гц, либо высокое, то есть до 120 Гц. И также можем настроить здесь частоту обновления для отдельных приложений. Вот, выбираете приложение и устанавливаете. 90 Гц это по умолчанию, хотя для некоторых это 60 Гц. Вот. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.